Пляж Дагомыси находится недалеко от Сочи, практически его пригород. Рядом проходит железная дорога, соответственно, можно сесть на электричку и довольно быстро добраться до города Сочи, до Красной Поляны, до Олимпийского парка, что очень удобно, потому что в Сочи жилье довольно дорогое, а в данном пригороде можно гораздо дешевле снять любое жилье на любой вкус. Если посмотреть на море, оно считается, касаемо именно Краснодарского края, одним из самых чистых и прозрачных. То есть здесь, если посмотреть, то видно гальку под водой. То есть пляж считается чистым. Вот. Плюс людей довольно мало. Соответственно, пляж не забитый битком народом. Это тоже очень хорошо. Пляж галечный, как и все пляжи после Геленджика. Но галька мелкая, не больно по ней ходить, терпимо. Вот. Вот в данный момент смотрим на всю береговую линию пляжа. Пляж, в принципе, длинный. Далее, в данном районе есть Балтийский пляж, но, видимо, для ярых любителей, не знаю. Если едешь на электричке, он даже просматривается. Могу только посоветовать и порекомендовать, если доходит в Стимс. А если нужно поселить, то, пожалуйста, Сочи совсем рядом, близко и недалеко.